записываем. И когда мы ее запишем, мы ее больше не будем играть. Мы будем играть новые песни, потому что мы импровизационная группа. И, соответственно, в общем-то, может быть, еще концерта два или три мы будем петь эти песни. Если кому-то они понравятся, то старайтесь успеть их услышать. А потом будет уже что-то другое. Стол там гол!
сегодня вспоминали ушедших. А теперь веселая песня.